Какие проекты малого и среднего бизнеса в скором времени могут появиться в Химках, обсудили сегодня на еженедельной встрече с предпринимателями. Ее традиционно по вторникам проводит руководитель администрации Владимир Слепцов. Вопросы разные, но наиболее интересные и актуальные из представленных – открытие в Химках общественной бани. Владельцы являются участниками губернаторского проекта «100 бань Подмосковья». Данный бизнес они уже развивают в Балашихе, Рузе и других муниципалитетах. Правда, там бани полностью частные. Химкинский проект будет в корне отличаться от своих предшественников в других городах. Он будет направленный социальный. То есть, естественно, это будет преференции для ветеранов Великой Отечественной, для пенсионеров. Плюс попробуем подтянуть большой комплекс банных услуг. Для социально незащищенных слоев населения все услуги предоставят по специальному прайсу. В планах запустить баню уже в этом году.